Заинтересованные партнеры и амбициозные цели. В Сургуте прошел первый региональный форум «Финансовая грамотность для всех». Его посетили несколько сотен человек. Представители общественных финансовых образовательных организаций, научных сообществ, а также волонтеры, учащиеся, студенты, представители администрации Югры и муниципалитетов региона. Речь шла о выработке новых решений в области повышения финансовой грамотности населения. Цель – понять, как рассказать и взрослым, и детям о бережном и правильном обращении с деньгами, о том, как противостоять киберугрозам и научить пользоваться современными финансовыми инструментами. Уровень финансовой грамотности актуально повышать в любом возрасте и при любом уровне личного достатка. В Югре накоплен значительный опыт по созданию системы информационно-просветительской работы, в которой принимают действенное участие и финансовые органы муниципальных образований. Финансовая грамотность ведь это не о том, как вести бизнес, да, это о том, как планировать семейный бюджет, работать с депозитами и кредитами. То есть конкретные практические жизненные ситуации, которые повседневно и регулярно встречаются. На базе СУРГУ создан и действует региональный ресурсный центр по повышению финансовой грамотности. Здесь готовят педагогов и наставников, которые в дальнейшем смогут ретранслировать информацию для своих возрастных и целевых групп. По этой же специфике работают и 50 волонтеров. В рамках первого регионального форума представили проект «Расскажи бабушке». Суть акции в том, чтобы дети и внуки с помощью гаджетов, используя текстовые, аудио и видеофайлы, объяснили бабушкам и дедушкам основные правила финансовой безопасности и способы защиты от дистанционных мошенничеств. В Сургуте с начала года от такого рода преступлений пострадали около 600 человек, более 100 из них – пенсионеры. Сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей. Волонтеры нам помогут транслировать, вести просветительскую работу в регионе. К сожалению, ресурсы нашего ресурсного центра, они не бесконечны, не безграничны, поэтому нам нужны, так сказать, такие агенты по региону, которые будут транслировать информацию в доступной форме для всех слоев населения. Около полутора часов отвечали на вопросы и проводили, скажем так, и различные беседы друг с другом, сами пенсионеры делились своей практикой, опытом, которая была уже в их жизни. И самое интересное, что они так называемый девиз реализовали «Учусь». То есть, получая информацию от экспертов, они передавали сами друг другу те ситуации, в которых они когда-то оказались.